Мы сегодня в Малом театре, в филиале Малого театра. Смотрим Чехова «Вишневый сад». Великолепная постановка, блестящий спектакль. Зал полный. Босиком бегал, что этот самый Ермолай купил имение прекраснее, которого нет в целом свете. Я купил имение, где отец и дед были рабами, где их не пускали даже в кухню. Нет, я сплю. Все это мерещится мне, кажется мне все. Да, все это плод вашего... Это воображение, покрытое мраком неизвестности. Вот. Бросила ключи. Хочет показать, что она уж не хозяйка. Ну да все равно. Эй, музыканты! Играйте, я желаю вас слушать! Приходите все посмотреть, как Ермолай Лопатин хватит топором по вишневому саду, как упадут на землю деревья. Настроим мы дач, и наши внуки и правнуки увидят здесь новую жизнь. Пожалуйте, господа, по стаканчику на прощание. Я вот из города не догадался привезти, а на станции осталась только одна бутылка, пожалуй. Что ж, господа, не желаем. Знал бы, не покупал. Я пить не стану. Выпей, я ж хоть ты. С удовольствием. Шампанское не настоящее, смею вас верить. 7 рублей бутылку. Холодно здесь чертовски. Не допили сегодня, все равно выезжаем. Чего ты?